Бабушка, это я приехал. Конарбайжан Ола. Правнука хочу показать. Его зовут Еркин, только он еще не разговаривает. Сноху Айша, только она немного приболела, а сейчас посылает вам салем. Айналайн приехал все-таки. Ну вот, апай, вот есть у вас и сноха, и правнук, только они позже приедут. Только да только, и чего ты раскричался? Не глухая твоя бабка, то ты подойди лучше, обниму тебя. Здравствуй, апа. Здравствуй. Ой, Аллах. И запах все тот же, что в детстве. Молоком от тебя пахнет, Айналай. Хотя ты уже не черненький ягненочек, а здоровенный архар. Твоему сыну, снохе и тебе желаю много лет жизни. О, моя бабушка, то ты. Услышал твой голос и словно в детство попал. Дерни меня как следует за уши. Вдруг мне все это снится. Не те ли это самые уши, которые я драла время от времени? Вы уже все забыли, апай. Что это я забыла? Забыли, что надрали мне уши всего один раз в жизни. А он запомнил. Еще бы. Признаться, я запомнила, думала только, что ты забыл. А что вы тогда сказали, помните? Апырай, не требуя старой бабки слишком многого. Лишенный кассета. Вон, как я сказала. Что такое, думаю? Первый раз ругается и то какое-то непонятное слово говорит. Да каким страшным голосом говорит. Обиделся очень. Подумаешь, пыльной рукой в сметану залез. Уж лучше бы, думаю, обозвала как следует. Такое от других доставалось. Так нет, лишенный кассета. И что бы это значило? Чуть не лопнул, так долго думал. Потом, когда вырос, оценил дорого, что за таинство. Мало ли в жизни таинств. А вот какое, скажи, самое сокровенное? Самое сокровенное? Не знаю, апа. Не знаешь? А сына уже смастерил. Зачем? Учить его своей глупости? Запомни, бестолочь, самая сокровенная тайна – сам человек, его кассет. Ну, конечно, мудрая моя бабушка-то ты. Зачем столько слов, решила она? Сердце, тепло, доброта, свет, таинство души. И придумала одно слово – кассет. В университет бы вам, апай. Обойдется. Сейчас я тебе чаем напою. Выучил собственное имя писать, и на том спасибо. Ай, апай, как часто я думал о вас. Полно врать-то. Только и дело всякий раз вспоминать старуху. Нет, правда-правда. Вот посмотрю на человека и думаю, а что сказала бы моя апай? Не лишен ли он кассиета? Ишь ты, ладно, не подлизывайся. Дался тебе кассет, но вижу, что душой принял. И каких же людей ты больше встречал? Кто знает, разных. А хочешь, я расскажу тебе о Шоин-Кулаке? Шоин-Кулак? Разве есть такое имя? Прозвище, наверное? Непутевые. Проказники, кого же вы прозвали Шоин-Кулаком? Встретил я его, когда училище свое закончил. Ой, сколько лет-то уже прошло. Ну, приехал тогда в совхоз. Поле. Вагончик стоит, в землю врос. Зашел. Кто-то лежит на полке, на домбре играет. Здрасте, говорю. Не отвечает. Здрасте. Ты чего шумишь? К нам, что ли? Да вроде бы так. И что будешь делать? Как что? Все. Смотри, какой шустрый. Ну ладно,
Занимай тогда полку. Вон ту, во, верхнюю. Сколько тебе лет? Скоро 19. Пожилой мужчина. Ну вот сейчас бригадир придет, скажет, с кем в поле выходить. Ты что, из училища, что ли? Ага, механизатор. Ишь ты. А пока хозяин, барин, хочешь посиди, хочешь ложись, отдохни. Решил, значит, трактористом быть. Дело веселое. Трактористу, брат, унывать некогда. Сел на своего железного конягу и пошли. Распевай во все горло. А кто запретит, а? Веселое. Только как бы по мамке не соскучился и не удрал из совхоза. Нету мамки у меня. Другое дело. Я тоже сирота. А я не сирота. У меня бабушка есть, приемная. А вот и Макыш пришел. Ты что ли новичок? Это я. Не видишь, что ли? Вижу, конечно. Вот ты и ступай сменщиком в Шойн-Кулаку. И ты не валяй дурака. А ты рот не раскрывай, когда не спрашивают. Я новичок. Ну и что? Бригадир сказал, с Шойн-Кулаком работать будешь. У него сменщика нет. Он? Шойн-Кулаком? Ой, как хорошо. Шойн-Кулак? Ничего себе имя. Ага. Знаешь, сказка есть такая, Ертостик. Там такой же зверюга. Недоделанный чудище вроде был. Точно. Вот. Не, а почему вы его так, Шойн-Кулаком? Это увидишь. А пока к нему и топай, если победал как надо. Тут не успел еще. Это все равно. Топай. Вон он пашет, вон, видишь? Бригадир бы и сам тебя отвел. Познакомил. Да ему Шойн-Кулаком встречаться неловко. Неловко? Ну да. Без галстука, видать, сегодня бригадир. Без галстука? Что-то, братцы, непонятно. А ты ступай, новичок. Не трусь. А что трусить? Ладно, Лжабек, расскажи ему, как Шойн-Кулак бригадира манерам обучал. От умора. Бригадира? Каким манерам? С него станется. Одно слово, Шойн-Кулак. Расскажи. Было, значит, так. Шойн-Кулак, значит, пашет, бригадир ходит, кнутовищем глубину проверяет. И вдруг как закричит: перепахивай. Вместо 30 20 гонишь. Шойн-Кулак говорит: да здесь низинка, чего придираешься? А бригадир свое: ишь, грамотный нашелся, перепахивай. Кто здесь бригадир, ты или я, Шойн-Кулак? А тот ему и говорит. Как он ему говорит, а? Можешь, говорит, считать себя хоть самим Аллахом, но если не возьмешь назад это слово, я съезжу тебе за милую душу и не говори, что не предупреждал. Ага. И не говори, дескать, что не предупреждал. Кому это ты съездишь? Это уже бригадир кричит. Много на себя берешь, Шойн-Кулак. Сказал и тут же 100 раз пожалел. Потому что Шойн-Кулак спрыгнул с трактора, в 2 прыжка нагнал его, когда тот в седло садился, сдернул на землю, помял для отстраски, а потом бросил беднягу в седло задом наперед, лицом к лошадиному хвосту и крепко поводьями припоясал. Теперь понял, почему бригадир тебя к Шойн-Кулаку не повел, а меня послал. Еще бы. Ну вот.
если понял, так и ступай, новичок. Ты не трусь вообще-то. Не трусь, новичок. Я не трушу. Ну и не трусь. Я не трушу. Ну и это. Ну иди. Иди. Иду, пойду. Здрасте! Чего? Здрасте. Угу. Чё надо? К вам послали. Сменщиком. Сменщиком. Тогда не выкай. Работать значит на равных. Ой, худющий. Чем в длину тянуться, лучше в ширину подался. Трактор-то сдвинуть сможешь, а? Как? Как ты сможешь? Ведь вы тоже его не руками толкаете. Да, ну поговорить, мастер. Ну, ну ладно. Давай-ка, влезай. Заводи. Заводи. А я посмотрю, как работаешь. Эй! И запомни, чуть что сразу выгоню. Ну, в лес. В лес! Заводи. И смотри, завел. Ну, чё стоишь, трогай. Парень, а? Как? Чего? Я ж тракторист. Работаю. Я тебе покажу, тракторист. Будешь своевольничать, не жалуйся. Задавлю, как муравья. А чего ты кричишь? Я тебе сказал, трогай. А ты целый круг опахал. Не хочешь, сам пошли. Гляди, какой гордый, обиделся. Ну, на равных, значит, на равных. Сам сказал. Ладно. Ладно, давай, Паши. В ночную остаешься, а я утром приду. Привет. Привет. Эй, командир, как тебя называть прикажешь? Кабине на стенке нацарапано. А, Алданыш. Алданыш, так? Вроде так. А я Конрбай. А я Алданыш. И больше никак, понял? Валяй, Паши. Эй, эй, табак есть? Не курю. Ну, валя, будь здоров. Подружились мы с ним, Апай, по-настоящему. Иногда подойдет ко мне и скажет: знаешь, я сегодня что-то не устал за день, поработаю в ночную, а? А ты отдохни, а? На центральную съезди к невесте. Ты, говорит, хоть скажи, как ее зовут, а? А я боялся, никому не говорил. Хороший парень, дай ему Аллах, чего захочется. Однажды поссорились. Ну, ненадолго. Это не беда. Ты понимаешь, наши джигиты побаивались его. Mm. В лицо называли Алданышем. А чуть отойдет в сторону, так уж слышится шайн-кулак. Это трусы, лишенные кассета, ты понимаешь? Значит, они тоже лишенные. А как же? А может и нет. Хватит про них. Лучше уж про своего шайн-кулака. Как раз хочу рассказать. Правда, Апай, это грустно получилось. Ну. Однажды
Работаем вместе. Осенью уже. Оба в кабине. Шум, гром, ни слова не слышно, если что скажешь. Останови, кричит. Слушай, говорит. Не проболтаешься, если скажу кое-что? Да нет. Правда не проболтаешься? Да ты что? Слушай, я тут втрескался по уши. Ничего поделать не могу. Втрескался? Ну да. Так это здорово вообще-то. А в кого? А, в том-то и дело. Нет, 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 не скажу. Смеяться будешь. Да ты что? Нет. Чудак. А я видел ее? Да. Красивее, чем она, это я без трёпа говорю. Ну, три девчонки на свете. Или две. Ну, и что? Слушай, ты пишешь хорошо. Язык у тебя не то, что мой. Давай письмо, что ли, сочиним, а? Давай. Давай. О. А ручка, бумага есть? О, конечно. Возьми канистру, а? Она пустая, на колени положи. Угу. Вот. А. Пиши. Ручку. Держи. Есть. Пиши. Несравненная моя. Свет мой. Что дороже жизни моей. Надеюсь, ты жива, здорова. И все у тебя благополучно. Стой. Эй. Раз теперь так пишет. А как? Ты что, каких-нибудь этих древних начитался. Как же по-другому? Знаешь, ты пока прогуляйся. Дождь перестал? Или нет? Куда прогуляйся? Подожди, ты лучше один паши, а я, может быть, сам сочиню, а? Ой, хорошо. Ну. Ой, очень хорошо. Ты выручаешь меня. Ой, пиши, пожалуйста. А я поеду, я поеду. Готово? Ага. Вот, а закончим стихами. Сердце, тоскуя, тает в груди. Пусть светит всю жизнь нам любовь впереди. Знай, моя радость, моя красота, до смерти ты будешь одна мне мила. Слушай... А это не слишком, а? Нет такой глупости, которой женщина не приняла бы, если это посвящено лично ей одной. Ну, по-моему, это напрасно. Если даже женщина прокурор, все равно она хочет, чтобы муж каждую минуту говорил ей, что она чудесно выглядит и что он любит ее. Ты откуда знаешь? Читал в одной книжке. Эй! Ладно, рискнем. Только адрес я сам напишу. Нет, я лучше все письмо перепишу. Ну, конечно. А теперь поехали. Письмо! Мне, что ли? Алжабек? Командиру твоему. Эй, Алданыш, давай суюнши за добрую весть, а?
Откуда мне знать, что она добрая? А, заулыбался. Да. А, заулыбался-то, глядите. Ну, давай письмо. От нее? Угу. Ответ. Ну-ну. Чего? Не твое дело. Погоди, ты что? Ну, беги с трактора. Да ты что? Не твое это дело. Не твое! Стой! Стой, Антоныч, куда? Рехнулся. Поперек поля пашет, шоин кулак. Точно рехнулся. Эй, рехнешься. Он же влюблен, как в кино. Кто, шоин кулак? Я, что ли? Вот тина, в кого? Эй, тут и у меня ничего не вышло бы. В Айшу. Айшу? Поварих, что ли? Эй, если бы так. Завтра же пить нам на свадьбе, чтоб не лопнуть. В докторшу, в молодую врачиху. Что на центральной живет? В докторшу? Ну да. Ого! Таких красоток на белом свете знают по именам. Куда ему? Эх, бедняга. Чтоб не лопнуть. Куда ему? Здоровый огурец вместо носа, ноги кривые. Смотри, смотри. Догнал его Конарбай. Стой, Алданыш! Стой! Ну... Ну ты чего, Алданыш? Пусти рычаги, не трогай. Да погоди, все равно поперек поля пашет. А тебе какое дело? Чего ты кричишь? Там какое дело, здесь какое дело? Ну правда, ну ты чего? На, сам прочитай. Не надо мне писать, шоин кулак. Шоин кулак, она думает, это имя твое. Читай. У меня есть парень. Я выхожу за него замуж. Замуж выходит. Давай письмо. Хватит. Шоин кулак, шоин кулак. Нет, значит, я правда шоин кулак? Ну, Алданыш. Ты знаешь... Я сдохну, наверное. Эй, не годится. Или сойду с ума. Ну чего хорошего-то? Нет. Нет, я пущу трактор и лягу под гусеницы. Да ты рехнулся. Ну, это же еще хуже. Шоин кулак. Наверное, шоин кулак. Да-да, наверное. Вот на... Ну все ж ты не очень, а? Алданыш, а? Не очень? Ты что, почерка не узнал? Или она врет? Слушай, а может она врет, а? Конарбай, она врет, да? С тобой, знаешь, говорить нельзя. Ты про что вообще? Дочитывай, чтоб ты сдох. У меня есть парень, жених, я выхожу за него замуж и хочу, чтобы ты это знал, и Конарбай тоже. Потому что замуж я выхожу за Конарбая, хотя мы все лето ссорили с ним. Не обижайся на меня, шоин кулак, Айша. Айша. Ну что? Съел? Понял теперь, придурок? Нет, нет, это я придурок. Одно слово, шоин кулак. Чего молчишь? Ой, слушай, Конарбай. А может, врет она? Может, она все-таки врет? Нет. Нет. Нет, все правда. Правда, правда. Нет, я, наверное, задавлю тебя. Я тебя... Нет, нет, я ее задавлю. Чего молчишь, а? Стой! Пусти, не мешай. Да стой, ну... Ну, я ж не знал, чего ты? И я не знал. А ну и что? Он не знал, я не знал, какое счастье! Ах, чтоб ты сдох. Ладно, иди. Иди, я сегодня поработаю. Нет, лучше я. Ну, давай, если лучше.
Чтоб ты сдох. И да ты-то при чем? Ладно, прощай, счастливчик. Эй, Конрубай, ты живой? А? Конрубай! Что? Ой, вроде живой, слава Аллах. Заснул, что ли, за рулем? Наверное, заснул недавно. Не так, чтобы недавно, светло уже. Смотри, какую борозду от поля протянул, с километра будет. О, а это что, кровь у меня на лице, а? О, есть маленько, ударился. Лоб разбил, когда в ров съезжал, наверное. Давай выйду. Я сам. Давай, давай, ты же не видишь. Ой, ну живой, значит. Хорошо не опрокинулся. Ох, мы была бы. О, уж это точно. Если б не этот ров, летел бы с обрыва вместе с трактором. Ничего себе. Вот бы звякнул. Трактор, плуги, железок много. Да еще твои длинные кости. Ну-ка, вот здесь прижми, кровь течет. Здесь? Ага, да-да. Вот так. Так ты по этой борозде и нашел меня? Конечно. Струхнул я вообще-то. Думаю, свалился, придурок, и насмерть. Эй, да ты что, спишь до сих пор? Не, с перепугу. Слушай, ну? Ты не рассказывай никому, ладно? Эй, да ты стыдливый еще. Ну, никто не узнает, если бригадир на это поле не приедет и борозду не увидит. Увидит, никого не обманешь. А уж я не скажу, так и быть. Спасибо. На здоровье. А теперь давай, иди отсыпайся. А как же трактор? А? Ты без него спать не можешь. Ладно, сам выдерну, иди. Пригоню другой трактор и тросом. Я помогу. Иди, 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 иди. Или так попробую, ничего. Ну, счастливо. Слушай, а завтра получи за меня расчет. И вышли в Челкар. Я не могу здесь жить. Можешь смеяться. Да ты что, Алданыш? Ничего не могу поделать. Думаешь, лучше, если под гусеницы лягу? Ну, кончай, ей-богу. Нет, лучше, конечно, тебя задушить. Или ее, а? Ну, прощай. Постой. Ну что, прямо сейчас? Подождать до твоей свадьбы? Прощай. Прощай, Алданыш. Прощай. Ты все играешь, Алжабек. И что делать? Ну, как привольная жизнь? Нормально. Как в сказке. Ага. В сказке Ертастик. Что это? А на лбу-то у тебя что?
Шинкулак угостил. Это я сам. А-а-а. Твой ход. Да нет, ну правда. Молотком случайно. Ключ сорвался. Потише бы, потише надо. Ишь, как саданул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Эй, картежники, картежники, посмотрите. Чего? Парень всю ночь пахал, а под утро рассердился и сам себя треснул молотком по голове. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ну? Ай-яй-яй. Норму, видать, выполнить не мог. Видишь, шишка-то какая. Ой, 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 да еще синяк. Да выполнил я норму. Молодец, молодец. Садись, картишки. У нас четвертого не хватает. В преферанс не умею. Вот это джигит. Вымахал с телеграфный стол, а в преферанс не научился. Нет, это чепуха. А вот то, что он с молотком небрежно обращается, по лбу своему бьет, стучит, инструмент государственный не жалеет, это никуда не годится. Да. Да. Ну, Шинкулаком не такое бывало. Да ни при чем тут Шинкулак, говорю вам. Макаешь. Ну? Ты слыхал, Шинкулак в этом деле ни при чем. На докторше жениться будет Конербай. Нет. Кто синяк поставил, тот и жених. Да вы чокнутые оба. Нельзя Конербаю жениться. Он же кривой теперь. Правда, правда. У докторши очень тонкий вкус, а у тебя, Конербай, теперь форма черепа неправильная. Да бросьте вы, бросьте. Уезжает Шинкулак. Ну да. Как? Завтра. Завтра ему... Расчет вышли, вот доверенность. Доверенность? И прощаться, значит, не придет. После ожесточенных кровопролитных боев противник уступил, значит, невесту. Жалко, что и ни кулака не будет. Это кому как. Правда, Конербай? Нет, скучно будет без Алданыш. Да. Как жалко мне его. Хотя ты и радостно, что стала Айша твоей женой, но этот человек умел по-настоящему любить женщину. Не часто такие встречались на моем веку. Ты больше его не видел? Приехал через год. По тебе, говорит, истосковался, придурок. По трактору нашему. Надоел шиферить. Едешь быстро, а толку мало. И еще, говорит... Возьмите крестным отцом, чтобы вы сдохли. И лицо вытирает. Представляешь себе, Апай? Да. А ладонь у него, как лемех. Вернулся, стало быть. Поборол себя. Нет, он не лишен кассиета. Я с ним еще, когда только подружился, сразу подумал. Увидела бы его моя мудрая бабушка, то ты сказала бы... Этого Аллах не обошел кассиетом. Где ты стал таким прохвостом? Мудрая бабушка-то ты, подлизывайся, да знай меру. Ну что? Но расскажи лучше, почему свою красавицу не привез. Уж я бы не сглазила ее, не ведьма. Ну, она приболела. Приболела? Вот беда. Что ж, в больницу положили? Нет, не в больницу. Да ты что, больную с ребенком дома оставила, сам в гости поехал? Шибко по старухе соскучился. Есть у нее родители? Конечно, только далеко. Ага. Ну, а теперь говори правду. Так я тебе и поверила, что на такое способен больную оставлять. Апай, давайте не будем сегодня об этом говорить. Ну, хватит, старуху не обманешь. Где жена? Ну, мы поссорились, Аппа. Мы надолго поссорились. Что за ерунду говоришь? Надолго поссорились и сразу договорились о сроке? Мы разошлись, Аппай. Люди!
люди добрые, он приехал, чтобы доконать старуху злыми известиями. И правда застряла, видно, я на этом свете, если единственный внук приезжает за тем, чтобы разбить мое сердце. А я не хотел говорить, а поэтому сами. Я сама, что я сама? Научила тебя жену бросить? Слава Аллаху, если не ты, она тебя бросила, а болтус. Апай, зачем вы так сурово? Сурово, тебя не ругать, тебя бестолочь травить надо. Куда Еркина девали? Еркин живет у нее. О, бедный мой правнучек, зрачок глаз моих, жена чуть не 100 лет, чтобы дождаться, когда увижу его и на тебе. Зачем приехал? Ты что, обрадовать меня хотел? Апай, ну что было делать? Прихожу домой и вижу записку, ушла на дежурство, Иркину соседей. А в пепельнице нахожу окурки папирос, которых не курю. Я вообще не курю. Какое несчастье, он нашел окурки. Да это сосед приходил денег одолжить. Неловко сразу попрошайничать. Вот он и покурил, побеседовал немного. Да и с деньгами не уходить же сразу, э? Апай, у нас нет таких соседей. И все деньги у меня на книжке. Люди это знают. О, Аллах, да мало ли кто может прийти. Управдом может прийти. Ну, дом у нас собственный, апай. По таким делам к нам не ходят. Тьфу ты. Женщина захотела покурить, купила себе и закурила. Или у тебя она совсем не хозяйка себе? А следов губной помады на окурках не было. Послушай, ты ведь, по-моему, еще институт кончаешь, начальником хочешь стать. Где же тебя научили такой мудрости? Апай, но если у нее кто-то есть, я ушел, чтобы не мешать. Почему, если уходит Алданыш, хорошо, а если я плохо? Апырай, он спятил. Алданыш, да он поборол себя. Ревность свою растоптала, тебе на глаза застила. Апа. Молчи. Ну... А еще говорила Касьете. Ты хоть говорил с Айшой? Ну, вот еще. Буду я с ней говорить. Вот видишь, а? Помаду на окурках разглядывал, поговорить с женой не удосужился. А разве в этом дело? Зачем мне знать, что она скажет? О, Аллах, а? Он ничего знать не желает. Простите. Простите, апа, что так огорчил вас. Он меня огорчил, да разве об этом я говорю? Из-за каких-то окурков, ничего не поняв. Ты считаешь жену такой-сякой. Но как же тогда я? Кем я должна считать деда твоего Жубагула, да будет ему земля пухом? С самим шайтаном? Не понимаю, апа. Вижу, что не понимаешь ничего. Но если бы унес тебя Аллах лет на 30 назад, глядишь и понял бы. Нет, не головой, пустая у тебя голова. А сердцем, может, хоть сердцем понял бы. 30 лет назад? Да, хотя бы только 30. Помоги тебе Аллах заглянуть в это время. Дочь Серикбая приехала. Дочь Серикбая? Что испугался? Жена Джан, значит? По-твоему, есть у него другие дочери? Да нет, я так выучился, значит, в городе. Выучилась. Не зря говорили в старину, родилась девка, не жди проку. Вот и она. Приволокла с собой худущего, штаны вот-вот свалятся. Вместе учились, говорит. Что ж, Серикбай готовится к свадьбе? А то как же. Загонит девка беднягу Серикбая в долги. И поминай, как звали. Лишь бы удача ей сопутствовала. Оно и правда. Самим Аллахом девка создана для чужих людей. Подросла и улетит. Не попал себе и какой-нибудь проходимец. Не мели языком, накаркаешь. Откуда тебе знать его? Ах, все может быть. Аллах, пошли ей счастье. Пошли ей счастье. Ну, чего рот разинул?
Плети свои решетки. Что нам с тобой осталось? Подохнем и зарыть некому. Ну, хватит, а. Два сокола сына было. Обоих унесла война. Аллах пожалел для нас даже кудлатую девку. Пусть бы хоть на край земли улетела, лишь бы знать, что и твоя плоть где-то есть. Все легче было бы. Ладно, нечего изводить себя всякой чертовщиной. Такая же, видно, судьба. Налей кумыс, пить хочу. Заладил судьба, судьба. Шел бы уж в Тугай, нарезал прутьев. Когда за технику юрту поставишь? Он уж приходил. Ну, одна створка осталась, эй. Знаю, что одна створка, потому и говорю. Хоть бы овец спасти умел. Только и приучен прутья гнуть, решетки плести, да и то, словно покойник, прости меня, Аллах. А какого шайтана из сил выбиваться? Больше всех надо, и моложе есть, и завтра тоже день будет. Мне дадут напиться в этом доме, а? Иди режь прутья, иди с глаз моих, непутевая твоя голова. Тебя что, бешеная верблюдица укусила? Налей, говорю, кумысы, жалко, что ли? Поставь пиалу на место и убирайся. Не то я спрошу тебя кое о чем. О чем ты можешь спросить, мне интересно? Ступай отсюда, упрямый старик. Нет уж, ты спроси меня, мудрая моя жена. Ладно, ступай. Ну, то-то. Придет зоотехник, скажи завтра... Юрту закончу. На, пей свой кумыс. Старуха, что же он теплый у тебя? Ну ладно, пошел я. Стой. Сколько нынче исполнилось, Жанаджан? А мне откуда знать? Спроси Сыртгбая, дочь его, а не моя. Эй, старик, я же знаю, Жанаджан твоя дочь. Ты? Как? Зачем же пиалу мимо стала ставить? Я давно знаю. Ну, мудрая моя жена. Неужто больше 20 лет минуло с того дня? Больше. Тогда ведь и матери ее больше было, где-то под 30. О, Аллах, надо же! Но хороша была. Я помню уж в 30 лет, а все на верблюжонка пугливо была похожа. Присядем, моя мудрая жена. Давай теперь я спрошу тебя. Чего ж спрашивать? Сыртгбай радовался, наконец будет у них ребенок, а ребенок твой. Смешно этот был пустоцвет Сыртгбай. Все это смешно, только уж грустно очень. Так ты знала. Все годы ты знала. Что делать? Хоть одну пару глаз Аллах всегда повернет в сторону безобразника. Да что я говорю? Какой ты безобразник. Ходил весь в кожаном, с медными пуговицами, ремнями перепоясан. Активист. И душа твоя перепоясана была ремнями. Только и знал свой сельсовет. Выходит, ты давно все это знала. Как только эта красавица удалось тебя заполучить, удивляюсь. Вот тебе и пугливый верблюжонок. Тебе ведь тоже удалось? Куда там? Это уж после, и то целый год хвостом вертела. Если б не умерла эта красавица от родов, да будет ей царство небесное, неизвестно, крутила бы я тебя или нет. Видела, сам не свой ходишь. Тайная любовь, страшная любовь. О, мудрая моя жена! А Сыртгбай-то помнишь? Совсем спятил. Получил наследницу, наконец-то, а? Но какой ценой? Жену красавицу потерял. Я все видела, Жумагул. Ты ведь после ее смерти сбежал бы из аула. Сбежал бы, наверное. Еще бы. В район укатил бы в начальники, только бы я тебя и видела. Да, слава Аллаху, грамоты у тебя не хватило. Всю жизнь мне это образование испортило. Не досталась мне такая мудрая половина, ведь лучшая жена, глупая жена. В районе тебе такая досталась бы, сам бешбермак варил. Дурень, лучшая жена, конечно, мудрая жена. О, заладил велика мудрость. Что ребенок родился, и ребенок не чей-нибудь, а твой никого не касалось.
Что же делать нынче? Да уже не вздыхать без толку. Навестить надо Серикбая, поздравить с радостью, взглянуть на Жанаджан и ее жениха. Идти туда? Почему бы нет? Ну, не сидится тебе. Успеем сходить и завтра. Сегодня им не до гостей, да и молодым отдохнуть бы с дороги. Эй, старик, хватит, дочь она тебе или нет? Собирайся, идем. И не притворяйся, что потерял кассет. О, Аллах, и зачем ты послал мне столь мудрую жену? Ой, люди добрые. Да он обниматься решил на старости лет. Надень лучше новые сапоги, к дочери идешь. Куда их девал? Перед тобой стоят. О, совсем выжил из ума. Ну вот, значит, она и выросла, институт закончила, теперь замуж выходит. В родной аул вернулась. Молодец, на город нас не променяла. И все считают ее дочерью Сыркбая. Так считает и сам Сыркбай. Бедняга души не чает, видит в ней дочь и сына, нежит, говорят, балует. Надел сапоги. Да, и крупицы подозрения не носит в душе. Да и какие подозрения? Один Аллах свидетель всему. Да еще моя мудрая жена. Пойдем, то ты, я готов. Идем. Так, Айналайн, теперь ты все знаешь. Ты молчишь? Я боюсь грубо ответить, апа. Грубо ответить? Ты думаешь об этом плохо? Не знаю. Апырай, ты ведь ничего не понял. Что Аллах наградил тогда кассетами Жумагула, то и меня даже. И Серикбая, пускай через горе жену он потерял, но тоже наградил счастьем. Это ведь счастье быть отцом. Апай, ну разве ребенок, который рожден незаконно, счастье? Что вы говорите? Ты не можешь этого понять? Нет, апай. Простите меня. Хоть отвечаешь честно и на том спасибо. Теперь и старика моего давно нет, и Серикбая, и Жанат с ее долговязым мужем война унесла. Один ты остался. И ты один, который остался, не можешь понять? Апай, позвольте мне. Не можешь понять, как любил Серикбай свою жену. И как не могла она покинуть его, любя Жумагула. И если бы Жумагул забрал у него свою дочь, то лишил бы беднягу последнего счастья. Этого ты тоже не можешь понять. Не знаю, апа. Но разрешите, я скажу. Уж помолчи теперь. Если бы она не умерла, наверное, счастье покинуло бы Сыркбая. Потому что она любила твоего деда, и дед очень любил ее. А перед любовью все бессильны. Бестолочь, хорошо, что приехал, поможет Аллах, научу тебя разуму, еще не поздно. Апай, чего уж скрывать, но только я... Говорить после меня будешь, успеешь, скоро умру. Да, не привелось мне в жизни быть акыном, стихами начинающим той, и не батыром, который возглавляет рать. Не умела я поговорить красиво, но и у меня есть свое заветное, о чем я могу сказать. А потому что это заветное, ты запомни его, Канарбай. Мои уши слушают вас, апай. Не те ли это уши, которые я надрала в тот памятный день? Так не запомнишь, возьми бумагу и карандаш. Взял. Если взял, пиши. Слово моей бабушки-то ты, которой исполнилось 80 лет.
От трутня пчелы в ульях меда нету. Это значит, трутень лишен кассета. От беспутного сына не жди ты привета, потому что беспутный лишен кассета. Дал мудрец вам ответ, не подумав при этом, не мудрец он, пройдоха, лишен кассета. Раз земля по весне в цветы не одета, то она гола, лишена кассета. Ходит в жизни джигит без мечты поэта, он простофиля, лишен кассета. Если воин сменил свой меч на дубину, значит, его кассет покинул. Если сердце твое счастьем друга согрето, не напрасно живешь, не лишен кассета.